Помашите нам ручки. Вот. Помаши, помаши, вижу. Вот, ну что, выпускаем кракена на примерку. Вот. Да, Восенька? Вот, видите, сидит. Пойдешь, снимай-ка. Меня только не снимай, у меня уже все грязное. Ну что, кракен? Выходи. Выходишь? О, сидеть. Сейчас, сейчас, дома сидеть. Сидеть. Так. А есть перчаточка что-нибудь такое одноразовое, что? Видите, какие у меня ручки? Ну я подумал, что это как. Ну что, будем сейчас мерить вот такую худи. Ну, должна подойти во всяком случае. Уже все по размеру там, уже с линейкой ее измеряем, да, Ушенька? Уж сидеть, заяц. Сидеть место. Ну что, мой, что будет? Вот. Нет, она женщин просто не любит. Ну, во-первых, у нас доктора женщины, то есть уколы, когда бы я его оставила. И во-вторых, это как его, когда приходят, то внимание к ней. Никакого внимания ей. Поэтому немножко ревности есть. Ну, она у нас это как его, напротив. Отличная девчонка. Напротив шиномонтажа родилась. Ну и там три котенка бегала, и мамаша что-то это не появилась. Я в коробку их сложил, мамаша не появилась. Одного сразу отдал, все нормально, отлично. А второго вот она, а третий умер. Ну там истощение полное, его не так как его не откачать было уже. Он и кушать не мог. А эту пришлось еще докармливать этой пипеткой. Вот. С ушами одно отсохшее было. Вот тут корочка. Вот. Я ее мыть стал, корочку убрал, пауха нету. Вот. Стала расти, она, ну, некрасивая была. Одно ухо вот это торчать какое-то, как его, как почтальон Печкин. Вот в ушанке ходил, так мы ее и назвали. Да, Ушенька? Уша, не куша. Нет, уша. Ушанка. Вот. То есть, а второе мы уже купировали, ну, то есть, вот это у нас получилось, то есть, албаевская, а вот это, как бы, овчаровская, ну, это, как у овчарки, вот, это, у меня животные были с купировкой, поэтому я нормально отношусь к этому, вот, люди же, ой, зачем ей уши обрезали, одно, ребята. Вот, сейчас мы поимеем вот такую худи, смотрите, какая симпатичная, и вроде бы по размеру. Все, ребята, это мы, девчонки, ребята, вот, все вот, видите, обступили уши, будем делать замеры. А, Санкт-Петербургский двор. Да, вот, так что это не порода. Ну, там, может, папа, конечно, был у нас, это немножко... Папа-то был грузином, видно сразу. Да. Вот. Ну, все, ребята, покажу вам эту обстановку.